приезжает в Лидо Венеции на отдых, кроме моря и пляжа и экскурсий в Венецию и на острова Лагуны, имеет возможность и заниматься различными видами спорта. Во время проживания в отеле «Панорама» вы можете покупаться и загорать, выпить аперитив на берегу моря, съездить на рыбалку, покататься на паруснике, поиграть в гольф или теннис. Отель существует более 100 лет. В 2000 году он был полностью реставрирован. И 22 номера со всеми удобствами и комфортом, светлые и уютные, с кондиционером воздуха и отоплением, телефоном, интернетом, спутниковым телевизором, холодильником и баром, сейфом и фоном, открытые зимой для любителей, туристов для карнавала Венеции. Есть и паркинг для машин. Центральное расположение отеля всего в нескольких шагах от остановки Вапоретто и незабываемый вид из окон его номеров оценивают все гости этой гостиницы. Take me back to the start. А с панорамной террасы отеля открывается великолепный вид на лагуну Венеции и видна площадь Сан-Марко. И мы все вас приглашаем провести ваш отпуск в отеле «Панорама». I was just getting...